Участники приза селекционеров России в боксах. И Данстар скачки. Лучше всех принимает Минотавра и Спорти Голд. Бобровки Синхрония, Лазер Шоу Тайм. Участники скачки входят в правый поворот. Впереди Синхрония. На втором месте Минотавра. Третий держится Лазер Шоу Тайм. На четвертом месте пятый номер Самаринда. За ней Мисс Фиола. Далее шестой номер Самира Спорт. Здесь же Трикси. И лошади выходят на противоположную прямую. 500 метров пройдены за 32,3 секунды. Синхрония лидирует. Самаринда захватывает Синхронию и пошли в борьбе. На третьем месте здесь же Лазер Шоу Тайм. Четвертой Мисс Фиола. На пятом месте отвалилась немножечко Минотавра. Далее Самира Спорт и тут же Трикси. Участники скачки входят в левый поворот. Половина дистанции пройдены. 500 метров пройдены за 32,5 секунды. Лидирует Синхрония. Тут же Самаринда. За ними Мисс Фиола держится. На четвертом месте Минотавра. Но ее захватывает десятый номер Трикси. Трикси и Минотавра едут в борьбе за пятое место. На шестое место перекладывается Спорти Голд. Далее Хадия и Лазер Шоу Тайм. 500 метров до финиша. На финишную прямую Самаринда выводит компанию. Самаринда лидирует. Синхрония на втором месте. Мисс Фиола держится по бровке третьей. На четвертое место по бровке перекладывается Хадия. 500 метров пройдено за 34,6 секунды. Хадия делает очень мощный финишный бросок по бровке. А полевой стороной Мисс Фиола. Хадия захватывает Синхронию и по бровке делает бросок, а поле Мисс Фиола. И тут же здесь же Самаринда. Мисс Фиола выходит вперед. И Мисс Фиола выигрывает приз селекционеров России. Хадия второй, на третьем месте Самаринда, четвертая Синхрония.